Всем привет, меня зовут Анвар Сафаев, я режиссер. Совсем недавно я вернулся из Парижа, где я отучился и проработал 3 года, во время которых я смог реализовать некоторые из своих замечательных проектов, одним из которых является мой короткометражный фильм «Compass Rose». My name is Nolan. My life was a mess, so I decided to go far away from all the bullshit I was into. Well, let me ask you a question. What are you doing here? From what I've read before, and from what I've learned now, I might have something for you. The night's magic tonight. I want to see. Can you let me? You see that star that shines the brightest? Oh yeah, I see it. What about it? Well, it's the shiniest star for a reason. It's called the Compass Rose. And if you can see it, then that means you're ready. Sometimes you need to step out of the road to get what you need. This is my story. Compass Rose — это фильм о парне, который убегает от своих проблем, от повседневной жизни и пытается найти для себя что-то новое. И так его заносит в далекую пустыню Калифорнии. Looks like you might need help. Yes, please. My bike doesn't start on. Где встречает различных людей, некоторые из которых стараются его мотивировать. Другие сводят с ума. The night's magic tonight. А третьи стараются вернуть его в исходное состояние, в депрессию. У многих из нас наступает такой момент в жизни, когда мы себя спрашиваем, а что нам делать дальше? Куда идти? И у каждого из нас есть свое решение этой маленькой проблемы. Кто-то начинает рисовать, кто-то начинает петь, кто-то начинает книги писать. А вот Нолан из короткометражки решил арендовать мотоцикл «Индиана» и уехать на нем в неизвестном направлении. Мы сняли этот фильм за 12 дней, но готовились мы к съемкам 1 год. Так как нужно было написать сценарий, найти актеров, найти став, найти финансирование. Из-за того, что у нас не было возможности лететь в Америку до съемок, чтобы устраивать там кастинги, мы нашли актеров на Фейсбуке. То есть мы написали объявление о том, что, значит, нам нужны актеры, какие типажи актеров, какой их возраст, как должны они, значит, выглядеть. Вот, например, блондинка, напоминающая ангела, такая чистая и светлая. Да? То есть, немного сумасшедший консьерж, который носит парик, и в какой-то из моментов он его снимает. А также нам очень нужен был такой чисто американский, брутальный мотоциклист такой, чтобы он мог заводиться с полуоборота и вообще треснуть кого-нибудь. А много времени и финансов у нас ушло на логистику проекта, так как в короткометражке играют 3 французских актера и 3 американских актера. И, естественно, нам нужно было автоматически думать, как транспортировать французских актеров, значит, в Лос-Анджелес, а также где нам арендовать камеру и, ну, объективы, да, то есть либо это делать во Франции сразу, значит, либо это делать на месте уже, значит, в Лос-Анджелесе, из-за того, что цена везде одинаковая, да, то есть, и, ну вот мы думали, где это будет лучше сделать. В итоге мы арендовали все, значит, в Лос-Анджелесе, это нам облегчило жизнь, на самом деле. Совсем недавно мы представили «Compass Rose» на 70-м Каннском фестивале на внеконкурсном показе «Short Film Corner». Эти показы устраиваются для того, чтобы найти себе инвесторов для твоих будущих фильмов. А также скоро, значит, в октябре, мы собираемся лететь в Нью-Йорк на «Chelsea Film Festival». Мы участвуем в официальном конкурсном показе. И я думаю, в январе мы устроим премьерный показ «Compass Rose» в Ташкенте. И
где каждый из вас будет на него приглашен. Спасибо за внимание. До свидания.